Есть те, кто заботится о животных, и те, кто их не любит. Именно по причине существования вторых, братья наши меньшие оказываются в непростых ситуациях. В Ленске им на помощь приходят волонтеры и просто неравнодушные жители. За собственные средства они ухаживают за животными, пристраивают к себе на передержку, лечат, выкармливают и дарят свою любовь и заботу. На днях волонтеры движения «Уши, лапы и хвосты» организовали фотовыставку с целью устроить судьбу усатых и пушистых. Все подробности далее. Кота нашли волонтеры. Он сидел на козырьке дома и сам спуститься не мог. После того, как Беляша вызволили, оказалось, что ему нужен не только дом, но и медицинская помощь. Беляш не единственное животное, которое ищет себе любящих хозяев. Именно поэтому волонтерское движение «Уши, лапы и хвосты» организовали фотовыставку «Добрые сердца». У участников нашей группы много животных на передержке, и чтобы расширить аудиторию, да, которая видит этих животных, мы решили устроить эту выставку. У нас был сбор, стояла коробка для продуктов, для различных вещей. Было собрано очень много консервов, очень много круп, ошейников, поводков и на самом деле очень много всего. За 2 года работы волонтерам удалось найти новый дом около 100 животным. А среди тех, кто только ищет хозяина, возможно, есть и ваш будущий друг. Марина Крутихина, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».